ты же сам видел. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Я
Чувствую! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Это был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы.
И я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора, путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого, что тут случилось? Знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно.
меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты и раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Так, здесь идти некуда. Сможешь его опустить? Вперед! Есть! Сын. Да. Хорошая идея! Сюда. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Huh.
Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Нападать будем? Чего мы ждем? Слава Драубре! Осторожно!
Смотри, у тебя за спиной! Отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Сын, сюда. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу... ...гу иногда разобрать смысл в незнакомых.
Что-то еще? Стреляй медленнее. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Берегись, отец!
помни, меткость важнее скорости. Слева! Помни, меткость важнее скорости. Помни, меткость важнее скорости. Помни, меткость важнее скорости. Беги за ними! Береги сзади!
Помни, меткость важнее скорости. Помни, меткость важнее скорости. Отец, берегись! Осторожно! Сзади траука! Это пройдет! Соберись! Помни, меткость важнее скорости. Отец, берегись! Берегись, отец! Берегись, отец!
Это последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри! Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один?
Отец!